Привет, друзья! Я Ирина Фролова, а это программа о стильном декоре своими руками. Вы знаете, с каким акцентом. Правильно, с украинским. Сегодня моя гостья Ксения Мигашко расскажет, как же можно создать украшение для дома в стиле бохо. Я знаю, ты мастерица в этом. Да, это будет состоять из круга, основы, да. И разнообразных ленточек, И еще раз ленточек, да. И кружево сверху. И вот такое будет у нас украшение. Да, это будет, да, люстра. Начинаем? Начинаем. Нам понадобятся пяльца, ленты, кружева, лоскуты ткани и ножницы. Для этого стиля нужно максимально разнообразить текстуры лент наших. Чем лохматее, тем приятнее. Да, да? Ну мы будем в меру лохматить. Ну вот у нас, смотри, кружевная лента, лента из органзы, атласная лента. И это будет создавать эффект бохо. Объем такой, понимаете? Абсолютное творчество в доме поселится с такой люстрой. Первым делом нарезаем из ткани длинные полоски ленточки. А какой толщины? Режем полоски. Какой хочешь. Отлично. Вот я уже начинаю любить стиль бохо. Отрезки нарезаем такой длины, чтобы можно было повязать их вдвое. То есть нам нужна двойная длина. Ну, раз гостья сегодняшняя одобрила в стиле бохо абсолютное творчество и как хотим, так и делаем, то чтобы было быстрее, будем рвать. Вообще. Чик, скажи. Прям почти арт-терапия. Да. И, кстати, смотри, ты когда эту ткань рвешь, она начинает сама зарубцовываться по бокам. Да. А это может быть люстра двух, трех, четырехъярусная. Но должны быть разные диаметры. Угу. Мы покажем принцип. Угу. Даже с одним ярусом это будет очень красиво. Вот не сомневаюсь, мне даже уже эта кучка ленточек нравится. Да. Чем больше количество ярусов, тем меньше разнообразие структур, фактур, лент. Оно будет перегружать. Поэтому мы взяли столько всего в один ярус. Дальше что? Дальше просто повязываем ленточки на наши круги. Ага, подожди, ты хочешь сначала эти повязать, а потом уже довязывать все остальные, да? А тут нет системы. Тут как ты видишь, как художник видит, как хочется. Если вы не любите систему, стиль бохо вообще в принципе во всем для вас. Да. Завязываем ленты в произвольном порядке, просто продевая их через петельку, плотно при этом затягивая. Только знаете, что важно в таких узлах? Важно не сбиваться с направлением, где у вас петелька. Потому что если вы сейчас здесь делаете петельку, а в другой ленте с обратной стороны, то ну такой бардак получится. Хотя у нас же стиль бохо. В этом стиле нет ограничений. Поэтому завязывайте так, как вам фантазия велит. Мы практически закончили нанизывать именно этот вариант ленточек на пяльца. И смотрите, мне захотелось разнообразить длину, поэтому некоторые ленточки у меня здесь коротенькие, как вы видите, а часть, ох, видите, какие длинные. И все остальное кружево, которое будет сюда нанизываться, я планирую сделать, ну вот, скажем, где-то вот такой длины, чтобы оно было посерединке, связующим звеном. Мне кажется, будет красиво. Уже красиво. У тебя, кстати, тоже. Чтобы подчеркнуть цвет слоновой кости, который уже повязан, я выбрала в тон ленту такого же цвета. Их повязываем между разными отрезками. Слушай, пышная такая история у нас с тобой получилась. Конечно. Чем массивнее, тем она пышнее. Угу. А Ксюша свою белую люстру решила разбавить бежевыми лентами. Где бы ты планировала эти штуки размещать? Вообще, где угодно, где есть пространство. Мне кажется, очень здорово на улице, на деревьях. Да, если у тебя да. есть свой сад, на мой взгляд, роскошное украшение. Они будут на ветру развиваться, будет очень красиво. Об этом, да. Или, опять же, для того, чтобы это выглядело еще эффектнее, можно разместить вовнутрь лампу. Да? Лампу это же все-таки люстра. Конечно. Угу. Завязывая атласные ленты, следите за тем, чтобы они были повернуты лицевой стороной к зрителю, к будущему гостю, который будет созерцать вот эту красоту.
Итак, друзья, у меня остался последний элемент, который я хочу добавить на свой декор в стиле бохо. И это кружево, но именно белого цвета, для того, чтобы освежить и визуально облегчить весь этот массив цвета слоновой кости. А я решила оттенить свою люстру вот такой ленточкой из органзы. Нарезаем их в длину атласных лент и тоже закрепляем на пяльцах. Что ж, друзья, мы закончили уже создавать декор. У нас, мне кажется, достаточно круто получилось. Единственное, что нам нужно еще сделать, это сформировать что? Подвес. Точно. И мы можем воспользоваться вот нашими ленточками. Которые уже нанизаны. Конечно, оно тогда будет принимать законченный вид. Берем несколько ленточек и, завязывая их в узел, делаем подвес. Как ты нарочито вот так вот, да, будешь подвязывать это все? Узелком. Видишь, у тебя такие, ух, массивные. Да. У тебя тонюськи. Да. Раз, и даже вот так вот растрепаем его немножко. У нас же стиль бохо, давайте не забывать об этом. Ну что, вроде бы готово? Да. И рядышком, как они здорово выглядят. Да, красиво. Ты довольна? Очень. Давай будем ветер создавать. Давай. И посмотрим, как это будет выглядеть в кадре. Такая люстра хороша тем, что, завязывая каждую ленту, вы можете думать о чем-нибудь хорошем. К примеру, планируете подарить такую люстру своему другу, и, завязывая узелок на ленточке или крепя ленту к пяльцам, думаете о том, что вы хотите пожелать своему другу или близкому человеку. Такое произведение наполняется вашей энергией, вашими пожеланиями и точно принесет радость тому человеку, которому вы будете его дарить. Ну и потом, в процессе изготовления, вы сами сможете наполниться потрясающей энергией. Ну что, гляньте, действительно классно получилось. И эти люстры или подвесы, в зависимости от того, будете вы вовнутрь погружать лампу или нет, называйте по-разному этот декор, но выглядят рядышком, вместе, ну просто очень гармонично. Очень красиво. А смотри, вроде бы мы делали из одинаковых материалов, да, они разные, но они все равно дружат. Да, как мы с комплект. Тобой. Точно, разные все-таки вместе. А еще знаешь, о чем я подумала? Что вот эта история в саду и во дворе может радовать и гармонично вписываться в окружающую среду прям и весной, и летом, и осенью. Разве что на зиму ее снять, привести в порядок, да, и потом весной опять повесить. Класс. Очень.